Здравствуйте, дорогие гости и подписчики канала «Обо всем ич». Влад Рос, популярный астролог, озвучил свой прогноз о том, когда Украина отпразднует долгожданную победу в войне против России. По мнению астролога, уже весной 2023 года в гороскопе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного отмечается прекрасная ситуация. Цитирую. Он нас приведет, безусловно, к победе, и победоносность будет уже проявляться с конца февраля в марте, где мы будем точно понимать, что наша страна побеждает, сказал астролог. Также он утверждает, что сразу после победы Украина начнет процесс вступления в НАТО. В марте астролог пророчит нам победоносное влияние всех звезд Юпитера и Марса в гороскопе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. И мы обязательно победим, подытожил сказанное Влад Рос.